Сначала ты берешь три заготовки вот эти вот с фоном, делаешь прорезы для купюр в них, вставляешь купюры и только после этого сгибаешь по линии разметки пополам. Теперь берем вот эту заготовку, на которой туалет и сейф, и вот эту сторону, на которой туалет, обмазываем клеем. Обмазываем все свободное пространство, кроме того, где вот эта денежка торчит. Теперь берем вот эту заготовку, где ночной клуб, сгибаем и вот к этой стороне пустой приклеиваем вот эту с туалетом сторону. Вот так у тебя должно получиться. Складываем и вот эту сторону, на которой сейф, сзади обмазываем клеем. Но обмажь клеем только вот тут вот ее по бокам, потому что следующий шаблон, который мы будем приклеивать, вот этот с холодильником, тут тоже денежка торчит, чтобы она не приклеилась. Поэтому будем клеить только за края как бы друг к другу. Вот у нас уже получается вот такая вот книжечка, да? Теперь мы вырезали шаблоны вот этих самих открывашек. Перед тем, как их клеить, делаем прорезы этих открывашек ножом. Прорез двери вот здесь сделала, перевернула, и все свободное место, кроме самой двери, намазала клеем. Теперь приклеиваю его сверху на ночной клуб. Вот так получается. Теперь берем шаблон с ванной. Вот здесь на пене будет желтая разметка. Делаешь прорезы по ней и вставляешь купюру. Переворачиваешь, и все свободное место, кроме того, где купюры, обмазываешь клеем. И приклеиваешь вот здесь рядом с ночным клубом на пустой листок. Приступаем к туалету. Вырезаешь тут по контуру дверь туалета. Переворачиваешь и тоже так же все клеем. Смазываешь, кроме вот этой вот открывающейся двери. И приклеиваешь сверху на туалет. Теперь также прорез двери сейфа переворачиваем, мажем клеем, на сейф приклеиваем. Теперь холодильника дверь вырезаем верхнюю, переворачиваем, клеем промазали, на холодильник приклеили. И теперь вот эту верхнюю крышку сундука вырезаем, тоже переворачиваем, клеем и приклеиваем на сундук. Получается у тебя вот так. Сейчас будем делать обложку. Вот эту вот верхнюю сторону открытки промазываем клеем. На денежку только не заезжай, пожалуйста, клеем, чтобы денежка не приклеилась к обложке. Ну и приклеиваем обложку. И то же самое сзади. Все, открыточка готова. Ну да, пришлось заморочиться. А что делать? Зато прикольно. Ни у кого такой нет открытки. Только ты такую подаришь. И больше никто, а?